Всем привет, это меховое ателье, и у нас переделка шубы. Отойду подальше, шуба длинная. Наша задача, мы не будем ее укорачивать, но при этом мы выровняем низ. Так как он сейчас клешеный, нам нужно убрать 22 сантиметра по подолу. И при этом перекроить воротник нашу лису на английский с лацканом. Задача номер 3, выровнять рукав, сделать его ровным. И при этом убрать разрез и красоту на рукаве. Задача 4 – это чистка меха. Я вам хочу показать вам на столе шубку. У нас здесь вот такое вот, ну не сказать, что это пятно, но какая-то полоса вымазанная. Очистить, конечно, ее уже особо невозможно, потому что мы пробовали вот это пятно почистить, как бы, и видите, вот этот мех посветлел, побелел, а этот, ну, грязный, пыльный, и при этом, ну, слегка ушла эта краска желтая, посветлела, но не убралась. Но наша задача максимум сделать, как мы можем, как можно красивее убрать, почистить, шубка вся будет чищенная, ну, и, конечно же, заузить по подолу, то, что я вам говорила. Так как у нас все кроено клинами, то есть надо в каждом клине позабирать около 3 сантиметров, сузить до талии и таким образом выровнять нашу шубку в ровный прямой силуэт. Естественно, вот эти все красота, как видите, низы очень грязные все, поэтому чистка здесь шубы нужна. Конечно же, здесь тоже все это вырезается, останавливается, срезается. Видите, какая она пыльная, грязная. Часть грязи должно отойти по большей части и привестись в порядок. Ну, приступим к работе. Готовим нашу шубку на примерку, и промежуточный результат хочу вам показать. Разница между чищенным мехом и нечищенным. Вот мы уже его почистили, сейчас я попытаюсь осветлиться. То есть какой он пушистый, разбитый. И вот дальше пошли нечищенные шкуры. Ну, понятно, разница по цветовой гамме, это головка животного. И там вверху головка животного, но просто их уже видно, разницу красоты меха. Так. И вот разница, например, я вам показала светлый мех и к низу светлому. Разница, как они выглядят, как выглядит этот вычесанный, красивый и чистый. И уже ушла у нас грязь с подола. И вот разница тоже, вот нечищенная шкура, но только-только начали ее чистить, буквально, видите, немного разбилась ворсина, и вот это уже почищенная. Вот разница достаточно видна в цвете, хотя они одинаковые по тону. И наша шубка готова, готовый результат хочу вам представить. Мы убрали 22 сантиметра по низу, заузив в каждом рельефе. Как видите, рельефчики наши стали практически светлыми, и один, и второй. Но при этом все это равномерно одинаково. Наше пятно, ну не пятно, а наша краска, полоса, не знаю, как это назвать, она посветлела. Сейчас более детально покажу на столе. Ну, видите, мех почищенный, стал светлым, молочным, не серым, пыльным. Шубка совершенно преобразилась. Могу даже поближе показать вам ворсинку. Какая она пушистая, красивая стала и чистая. Наш воротничок с лацканом. Лацкан. Здесь стоит проволочная тесьма, которая регулирует воротничок, его объем. Наш рукавчик. Рукавчик мы выровняли, заузили и почистили. Также убрали блестяшки. Блестяшки, я имела в виду, это украшение. И также по низу дальше наши рельефы. Тоже шубка заужена. Как видите, рельефы более светлые, так как мы темные все срезали. Ну, а теперь более детально на столе. Шубка достаточно хорошо очистилась. Теперь более детально на столе это пятнышко. Оно посветлело. Действительно, оно практически не бросается в глаза. Да и сама шубка стала более приличная, светлая. Те же наши рукавчики. То есть где-то остались разводы, но уже не в таком виде, как были.
более чистые низы. Все уже, в принципе, ну, понятно, что заношенность остается, ты ее до конца не уберешь, бывает, но все равно внешний вид уже совершенно другой шубки. Она обновилась, свеженькая, красивая. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!